Ну, по-быстрому не получится. Молодожь, они приехали, черт. У него в машине 10 литров спирта. Черт знает, вас пульт. Да, у нас тут пульт. Это по-быстрому вряд ли. А я что делаю? И забуриться в гость. О, это надолго. 50 литров, это надолго. Хоккей, что ли, играть собрался? Стрёпа, тебя разве мама в детстве не учила с этой штукой не баловаться? Слушай, вот так снимайте, пожалуйста. А что нафиг с Нового года? Лен, у меня есть предложение. Пока это самое. Слушай. Стёпа, а ты не можешь отработать с басом вот так и с рукавом? Нет, подожди, нет. У меня два пальца. Значит, пока это... Нет, там, на показухе. Подожди. Это бас со своим фигурантом называется. По-моему, никто не будет смотреть ни на ринг, ни на... Так просили шоу. Придурка ваших собак не надо. Смотри, Степа, показывай. Я к мешках видел. Пример. Ну как надо. Ну там задирать. Что такое? Ты что толкаешь? Ты вообще у тебя дырка на самом интересном месте. А, это не тебя? Ну, Менделеев. Потею. Что не потею, вентиляция. Саш, если что, извини. Я привык. Ну, не каждый день в твоем костюме вот такие иголки вставляют. Что ж делать? А что, нашел уже? Сейчас мы сначала мою куртку оденем на Стёпу. Угу. Попробуй. А он твою куртку шил? На 5 минут отдохнуть, перекур то же самое, то на похватке. Ой,
Браво! Спасибо! Мы с Романом работаем, с фигурантом. Команду Власенко. Команду Власенко? А именно фамилия? Шпякин. Шпякин. Шпякин и Примет. Степан Валентинович. Степан Валентинович и... Заикин Александр Сергеевич. Заикин Александр Сергеевич. Команда Центр Власенко.